Коллеги, Retail Tech вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Добрый день, меня зовут Ольга Карташова, я руководитель отдела продаж компании Powercom. Компания уже более 30 лет производит источники бесперебойного питания для защиты электропитания всех потребителей. Расскажите, как вам выставка и, может быть, вы ищете для своей компании какие-то интересные решения или готовы найти людей, которые бы заинтересовали именно ваши решения для бизнеса? Выставка прекрасная, как и все мероприятия, которые проводит Ирина Ратина. Я не первый раз участвую и могу только высказать какой-то восторг. И чем больше участвую, тем больше поражаюсь технологичности, такой домашней атмосфере. И мне очень нравится принимать участие в подобных мероприятиях. Что касается моих целей присутствия на выставке, мы ищем партнерство. Партнерство как с другими производителями в части коллаборации для создания совместных решений, так и заказчиков, собственно, потребителей наших устройств, которые еще о нас не знают. Так как выставка технологичная, все завязано на электричестве, очень много интересных IT-решений, но ваша компания, та, которая позволит им работать бесперебойно очень долго и позволит всем этим технологическим решениям просто быть в строю долгое время. Да, безусловно, потому что можно очень долго писать какой-то софт, углубляться в какие-то технологии, но если отключили электропитание, то, к сожалению, в большинстве своем все устройства перестают работать. Наш продукт позволяет продлить эту работу не бесконечно долго, конечно, но на какое-то время для того, чтобы корректно завершить работу. На страже высоких технологий, так и назовем наше интервью. Прекрасно. Я считаю, я сделаю это девизом нашей компании на ближайший год. Спасибо большое. Спасибо огромное и надеюсь на встречи в следующем году на нашей выставке. И надеюсь, ваша партнерская сеть будет расти и шириться. Спасибо большое. Всего хорошего.